Учебно-полевые сборы на базе настоящей воинской части прошли учащиеся 10-х классов города Якутска. В рамках сборов юноши постигли азы военного мастерства. Это и построение, стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата, оказание первой помощи, полоса препятствий и другое. Сбор длился 6 часов. В это время юным курсантам запрещено было покидать расположение части. Как настоящие солдаты, они ходили строем и делали все по команде. Между тем, некоторые из участников сборов уже планируют связать свою жизнь с военным ремеслом. В любом случае, да, объект является особо режимным, потому что наши системы и станции работают по космическим аппаратам, в том числе стратегической разведке, и, естественно, это отдельные объекты, нельзя посещать учащимся, но экскурсионно мы все равно ознакомливаем детей. У нас есть свой музей,